Ну что, друзья, а мы идем вперед. И как я уже сегодня неоднократно говорил, у нас сегодня специальный матч-дэй. Культурный матч-дэй. Хорошо играем, в отличие от последних двух матчей с «Зенитом». Чувствуется, что Николич поработал с командой, пацаны настроены. Идем в атаку. Ждем голов, конечно. Были опасные моменты. Жалко, что у Смолова был офсайд. На самом деле, очень классно забил в ближний угол. Ну, вроде «Локомотив» так поддавливает, но посмотрим, что будет дальше. Есть преимущества, есть хорошие игроки, хорошее нападение. Я думаю, все должно сложиться хорошо. Это супер, это другой мир. Есть спорт, есть олимпиады, а футбол – это совершенно космический, инопланетный мир. Атмосфера, болельщики, шары, шарфы, кричалки – это так вообще будоражит, что ну здорово. Я советую всем посещать матчи и болеть за своих команды любимые. Давай, на Петю, на Петю!